А это мой самый любимый сорт гортензии. Это самарская лидия. Видите, она отличается от всех, даже в питомнике. Темно-зеленые листья, темно-красного оттенка стебли и четко держится, цветет, не разваливается. И гортензия начинает цвести. Сейчас это чуть-чуть зеленоватого цвета соцветия. Скоро станет кипельно-белым и очень быстро гортензия самарской лидии становится рубинового цвета. Угу. Посмотрите, какие соцветия, четко держит стебель. И переход от белого к розовому изумительно красивый. Мы обязательно всем телезрителям будем показывать, как меняет свой цвет гортензии в нашем садовом центре и в нашем питомнике. А самарскую лидию, конечно, мою самую любимую, мы будем показывать чаще.